комментарий к следующему матчу. Ну, комментарий. Результатом довольны. Содержание мы не совсем довольны. Вроде бы водили мячом, но опасных моментов не так много создали. Хорошо, что в конце добавили движение и, в принципе, добились результата. Коротко так. Отсутствие ведущего защитника Пермашова. Ну, вчера что я получил здесь травму, были на стоп, не стали рисковать. Ну, со своей стороны могу сказать, что, в общем-то, та установка, которая была дана на матч, выполнена в плане обороны, была достаточно неплохо. И количество моментов соперника практически не было. И полумоменты, в общем-то, перекрывали зоны грамотно, плотно очень играли с игроками. Ну, это несчастный случай. С назначением 11-метрового. Здесь, конечно, все на усмотрение судьи. Немного запоздал игрок на подбор. И получился эпизод с назначением. Но на это внимание обращать дело инспектора. Своей же могу сказать, что, конечно же, выигрывает тот, кто забивает. Поэтому с нашей стороны тоже было опасных моментов создано достаточно мало. Вообще в целом самоотдача и как бы выполнение задачи в игру я претензий много не могу предъявить своим игрокам. Результатом, естественно, мы недовольны. По ходу матча я думаю, что ничья была бы закономерна. Тем не менее.